Сотрудники Прикубанского отдела ГИБДД и активисты школьного движения провели в поселке Кавказский плановую информационно-пропагандистскую акцию «Внимание, дети». Цель мероприятия – снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Ахмат Халкечев подробнее. Регулярно проводимая информационно-пропагандистская работа дает свои плоды, уверены полицейские. За весь период прошлого года на территории Прикубанского района было одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего ребенка. Ну а за текущий год не зафиксировано ни одного. Особый акцент делается на перевозке детей в автомобилях. Каждому из водителей доводится о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях. Значит, каждому из них раздаются специальные стикеры, специально подготовленные по данной тематике буклеты. Юные друзья полицейских наравне со взрослыми коллегами ведут профилактические беседы с участниками дорожного движения. Как результат регулярной совместной работы с полицейскими и особого подхода педагогов, учащиеся специализированного класса общеобразовательной школы поселка Кавказский могут дать ликбез даже весьма опытным водителям. Вот, спасибо, будем пристегиваться. Да, пристегните и улыбнитесь, главный принцип. Тем водителям, у которых в семье есть дети, школьники давали фликеры со светоотражающими элементами, чтобы они могли обезопасить своего ребенка, сделав его более заметным в темное время суток. Ахмат Халкичев, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.